Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Наступают длинные майские выходные. Многие из нас откроют дачный сезон или впервые в этом году выберутся на противоположный берег Волги. Но тем, кто останется в городе, скучать тоже не придется. Для самарцев приготовили множество культурных мероприятий. О самых интересных из них я расскажу прямо сейчас. В это воскресенье в этнопарке «Дружбы народов» состоится открытие летнего сезона. Активных самарцев приглашают погулять на излюбленном русском празднике – ярмарке. Вас ждут экскурсии в национальных подворьях, творческие мастер-классы, тематические площадки, где можно будет поиграть на музыкальных инструментах, пострелять из лука и арбалета, пройти шуточные испытания для всей семьи и многое другое. Самарские умельцы представят ремесленные изделия, игрушки и угощения. Гостей будут развлекать скоморохи, ростовые куклы и творческие коллективы. А также всех посетителей ждет розыгрыш призов и подарков. Парк начнет свою работу в 10:00. Не пропустите! 28 апреля музей Эльдара Рязанова проведет первую пешеходную экскурсию в этом году. На ней вы узнаете много интересных фактов о жизни великого земляка, о его связи с родным городом, о том, по какой причине семья Рязанова переехала в Самару и о его местных родственниках. Вместе с тем участникам расскажут об истории Самары, о том, как она стала губернской столицей и как жила в годы Великой Отечественной войны. Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Эльдара Рязанова и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру. Начало в 14:00. Выставка «Автопортрет. Зачем художники рисуют себя» в детской картинной галерее закончит свою работу 26 мая. Поэтому длинные выходные – это отличный повод посетить ее. На выставке можно познакомиться с историями создания легендарных автопортретов в живописи, узнать, кто из художников первым рискнул и нарисовал себя, и кто считается рекордсменом в этом жанре. В самом большом каминном зале особняка представлены лучшие детские автопортреты из коллекции музея. В них дети и подростки решают очень важные для себя задачи. Знакомятся с собой, начинают осознавать себя как личность, присваивают качества и примеряют образы, тем самым заявляя о себе этому миру. А еще вы тоже сможете нарисовать свой автопортрет и чуть ближе познакомиться с собой. Из этих работ складывается галерея в музейной оранжерее. Многие самарцы уже поучаствовали в создании этой экспозиции. Присоединяйтесь и вы. 30 апреля ребят старше 7 лет ждут на встречу бесплатного музейного клуба в Заварке. В программе настольные игры, ароматный чай и разговоры обо всем на свете. Будет здорово, если вы прихватите с собой что-то вкусное к чаю, желательно домашнее. Присоединиться могут все желающие. Начало в 16:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.